Скажи что-нибудь. Сказать что-нибудь? Да. Ну что сказать? Домой едем. Радость, полные штаны. 7 лет не был. Ты сколько, 5? Да. Всем доброе утро. Вот настал этот день. Сегодня отправляемся в путешествие через всю Европу. Вот маршрут у меня построен. Сегодня едем домой в Молдову. Аж сюда, на машине. Время у нас 4:30 утра по европейскому времени. Короче, нам сперва отсюда надо в Барселону. У меня паспорт просроченный, я уже 8 лет не был домой. Надо поехать взять белый паспорт, потом с Барселоны в Лион. Вчера там загрузили пару чемоданов там в машину. Вот сейчас надо загрузить это. Вот маман там. Да, забыл сказать, нам предстоит проехать, но если поеду через Барселону, это плюс 400 километров. Короче, около 4000 километров. На машине. Так что это получается у нас самое большое путешествие за всю историю будет. Вот сейчас машину припаркую возле подъезда, чтобы загрузить вот эти вещи. Вон на улице еще ночь, ни души вокруг, тишина. Ну что, собрались вроде все на месте, кота оставили с бабушкой. Погнали, с Богом. Это лепота. Мяу. Мяу. Проснулась курочка, проснулась. Я вот это еще мунц формуаш. Ну что, друзья, вот она, Каталуния, Барселона во всей красе. Что, зеленый? Погнали. Вот там дерево с краном будут сажать. Пальму. Ну что, выехали наконец-то из этой Барселоны. Город красивый, но я бы там не жил. Ну и его. Короче, взял себе белый паспорт. Вот остановились тут перекусить немножко. Что тут у нас? Картошечка. Вот такая фасоль стручковая. Все это сварено. Маслицем полито, засолено.
Колбаски. Хлебушек купил. Да, время у нас 1:15. 1:15. Это я уже выехал с консула, с Барселоны. Мы уже тут где-то полчаса уже стоим. Малые там играются. Сделали уже 500 километров. Получается за 7 часов где-то. Ну, в Барселоне мы только по этой Барселоне. Мы 1.5 часа катались, наверное. Вот тут творожок домашний мама моя приготовила. Спасибо, мам. Бомба. Ну что, перекусили. Короче, мы находимся сейчас где-то тут, возле Барселоны. Я проехал 30 км. Следующая цель у нас будет Лион. Вот он. До него ехать 600 км. Сегодня ночью там надо быть, чтобы снять отель, чтобы поспать хорошенько до утра. В 6 утра встаем и едем дальше. Да, что у нас по бензу тут? Слушайте, полбака еще осталось. Мне пишут там, что хватает на 500 километров где-то. Но я думаю, лучше заправиться сейчас тут, потому что уже тут цены лупят. Тут евро 80 литр получается, а дальше только хуже будет, больше. Так что лучше здесь заправить бак, и до Лиона мне хватит. Слушайте, расход у этой машины. У меня 2,4 литра бензин, 5-цилиндровый. Слушайте, бак 70 литров. 70 литров мне хватает на 1100 километров. Нормально, мне кажется. Какая гроза сейчас будет, какой дождик. Вот, началось. Даже дворники не успевают. Сбавили скорость до 80 сейчас. Спешить по такой погоде никуда не надо. Безопасность важнее всего. О, еще градом пошло. Ну что, дорогие подписчики, осталось 300 километров до Лиона. Сейчас заправлюсь тут еще один раз на 50 евро. 2 евро. 2 евро 8 копеек. Тут литр бензина. Хренеть можно. Сейчас заправимся. Я покурю сигаретку. И погнали на Лион. Ну что, мы в Лионе. Приехали наконец-то в Лион. Уже ночь на улице. Короче, я решил, что будем отдыхать. Снял мотельчик. Да, вот такой. Такой номерочек. Не знаю, сколько квадратов тут. Но для того, чтобы отдохнуть, поспать, этого достаточно. Да, это стоит 50, 52 евро 50 копеек. Курица уже приняла душ. Папи, тати, estás bien? Sí. Хорошо. Короче, супчик испортился за день. Жаль. Переходим к плану Б. Будем кушать бутерброды. Хотелось супчику, но уже что поделать. Кисленький какой-то уже. Ну что, всем доброе утро. Время у нас без 15:07. Спалось так себе. Сейчас вот чаек надо купить. Тут написано евро, но на самом деле евро 50 стоит. Вот, сдачу дал 50 копеек. Друзья, чаек выпили, подкрепились немножко. Вроде пришел в себя. Значит, Лиона, Тати, успокойся. Значит, нам сейчас с Лиона надо ехать в Молос. Нам предстоит сделать 430 с чем-то километров там. Это следующая цель. Потом с отсюда уже
переходим, переезжаем на Германию. Вот он. Городочек называется Штутгарт. Вот такое французское утро. Ну что, машину прогрели, пора и в путь уже. Как говорится, au revoir, Леон. День такой хороший, солнышко светит с утра. Вот байкер свое сиденье от дождя чистит. Давай, Трамон, тебе куда? Ну все, в путешествие. Ты готова? А ты готова? Си. Погнали. Да, поставил круиз-контроль. Этот автобам прямой, короче, без съездов, без ничего. 300 километров, короче. Вот, сиди, отдыхай, рули только. Да, остановились перед... Осталось 40 километров от Белфорда. В Белфорд едем. Вот такое зона отдыха тут. Вот дальнобой отдыхают. Легковая только моя тут. Там малая играется. О, какой красивый тут лесок, а? Чистота, красота. Можно поиграться, отдохнуть, покушать. Грибочков нету тут. Батя говорит, что у них там сморчки уже вышли. Зеленое все, птички поют. Вот такое вот путешествие. Немножко устаю я, но что поделаешь. А вон там вдали заметно село какое-то. Подъезжаем к платной, где надо платить, короче. Проехал 350 километров. Короче, вы сейчас посмотрите, какая цена у французов за дороги. За 350 километров. Короче, я думаю, 50 евро. Как в прошлый раз. Только недавно, вчера было. 50 евро. Тоже 300 километров было. Сейчас посмотрим. Снимай там. Снимай, будет видно. А, 32, да? 32. Ну, нормально. Ну что, вот свернули с платной дороги на муниципальную. На национальную. В смысле, вот такое село французское, Кольмар-Молюс. Да. Ла-ла-ди-да-ди-да. Иисус, да? Так, Суня, есть заправка. Надо заправку нам найти.
Да, вот он. Вот она табличка. О, тут авария была какая-то.